Друзья, всем привет! На нашем канале не раз выходили видео с обзорами желтых орхидей, как маленьких, так и вот таких вот больших, как Албуфера, цветущих не только роскошно, но еще и долго. И вот сегодня я хочу показать свою небольшую коллекцию желтых, друзья, орхидей, но нестандартного цветения фаленопсисов, а это будут, друзья, орхидеи, беглипы. Три цветущих беглипа и один четвертый, вот такой вот беглипчик, четвертый, он не цветет, но это четвертый желтый беглип, который появился, наверное, одним из первых у нас на канале. И после покупки в магазине, это было еще, наверное, года два, наверное, назад. Это тот самый беглип, который поразил, покорил, наверное, огромное количество зрителей нашего канала. Потому что, во-первых, он был один из первых в коллекции беглипов. И он был желтый, яркий такой, насыщенный. И мне нередко пишут в комментариях, ну, как там поживает этот беглип, что с ним и вообще, куда он делся-то? А, друзья, он делся, он медленно, но уверенно выходил из своих болячек, которые его накрыли после магазина. У него после пересадки через какое-то время на него свалились различные оказии, то по какой-то непонятной причине он начал желтить от основания листья, пришлось листья удалять и обрабатывать эти места обрабатывать максимум. Видите, вот такая вот история. То на него напали трипсы, пришлось его защищать от трипсов. В общем, он после покупки, друзья, такой оказался хлюпкий и капризный, что вот два года, наверное, да, вот сейчас уже, наверное, третий год, он вот только сейчас он начал расти и активно выпускать вот такие вот корешки. И нам, друзья, в ближайшее время предстоит этот беглип омолодить. То есть нам предстоит отрезать его вот с этими воздушными корешками от вот этих вот двух, вот от этих вот двух нижних листиков. Но это в идеале. Ну, а как на самом деле пойдет, мы это, друзья, только сможем узнать, когда его достанем и посмотрим, что и как у нас там внутри. Он сейчас активно наращивает корневую систему, но очевидно, что в этой посадке он эту посадку уже перерос. А пересаживали мы его сюда, если мне не изменяет память, после покупки в 19-м, по-моему, году, на 8 марта его купили мы в обзоре, и где-то к лету мы его в 19-м году пересадили. Вот сейчас 20-й, 21-й, 22-й, то есть 3 года он уже здесь находится, и пришло время его омолаживать. Ну ладно, это вот самый первый беглип. Ну а сейчас я вам покажу, друзья, обалденный, просто роскошный, один из первых беглипов, который желтых, который раскрылся, это, ну, был вот этот вот красавчик. Он, я бы так сказал, это его первое, кстати, домашнее цветение. Он был у нас подростком, этот беглипчик вот такой вот. Он прям однотонный, он прям, друзья, такой, я бы даже сказал, фисташковый. Не то, что желтый, а такой прям нежно-нежно-нежно, с легкой зеленушкой и желтым таким добавлением цвета. То есть, очень такой необычный. Значит, беглип, он был без названия, он был с цифровым кодом 2969. Вот такой вот красавчик, друзья. Без каких-либо вкраплений других цветов. Очень нежный, очень нежный. И вот такой вот, посмотрите, какой прям такой, прям, знаете, утонченный. Я бы так сказал, что он прям утонченный, утонченный. Это вот первый желтый цветущий беглип. Посажен он у нас в кору, в обычную кору.
с примешанным к нему мхом, в котором он находился. То есть он был подростком в размере, по-моему, 2,5 был размере. В прошлом году он у нас появился. И вот его первое цветение. А вот такой вот он красавчик. Я сейчас его достану из горшочка. Вот так у него выглядят корешки. Посмотрите. Вот так он все нарастил. И вот это мох, который непосредственно был непосредственно вот в его транспортировочном горшочке. У нас есть на канале плейлист, который так и называется «Орхидеи Биголипы». И там собраны все видео про все биглипы, которые находятся у нас на канале. И все, что связано с их уходом за этими биглипами. Там не только можно найти название всех биглипов, но и то, как мы их сажаем, пересаживаем, обрабатываем, зачищаем, спасаем, реанимируем и так далее, тому подобное. И это видео тоже будет в этом плейлисте. Плейлист так и называется «Орхидеи Биголипы». Теперь, друзья, посмотрим на второго красавчика. Друзья, второй красавчик просто, знаете, как... Ну, я не знаю, ну, канарейка же желтая, да? Вот, наверное... Он больше вот на вот, смотрите, какой прелестник, смотрите, какой сочный, роскошный. Я вот, знаете, даже, наверное, мне кажется, что он прям как будто, ну, не настоящий, потому что, ну, не могут такие роскошные цветы быть. Ну, вот так вот, смотрите, какая красота. Губа у него белая, большая, и на основании, на этой губе, основании этого язычка, такая, знаете, ну, я бы сказал, темно-морковный, потому что, ну, ржавый не особо подходит, такое, знаете, сравнение, но такое темно-морковное вкрапление у него. Посмотрите, чем-то похож на стандартную орхидею цветения Sweet Girl. Ну, я, собственно, его так и называю. Биглип, похожий на Sweet Girl. Вот такая вот интересная у него фактура и окрас. Посмотрите, это, кстати, тоже... ну нет, это у него первое домашнее цветение, но не первое в его жизни. Он уже цвел, когда мы его покупали. В позапрошлом, по-моему, году у него старый цветонос остался. Но он заканчивал свое цветение, надо сказать. Так, сейчас мы его посмотрим. Оп. Вот такой вот, друзья, красавчик он. Смотрите. Обалденный. И он у нас находится вот в таком большом горшочке. Посажен он у нас, ну, вы здесь видите... Здесь обычная кора в перемешку с колотым керамзитом. Вот такой вот он красавчик. У него было магазинное цветение, когда мы его покупали, и вот сейчас у него первое его такое домашнее цветение. Вот такой вот он красавчик. И у него еще была тоже проблема, то, что после покупки в магазине он был заражен вот этими вот трипсами, которые мы покусали все основание. Вот то, о чем я говорил в предыдущем видео сегодня, когда в дневном видео рассказывал, какие следы оставляют трипсы на вот основании. Видите, крепление листиков, вот такие вот корочки обглоданные. И вот этот биглип у нас тоже... подвергался нападению. Видите? Вот такой вот он у нас красавчик. Так, ну что? И теперь один из недавних биглипов, который я показывал буквально недавно. У него первый цветочек раскрылся. И я говорил, как только у него, ну, по крайней мере, большинство бутонов раскроются в его первом домашнем цветении, я его вам покажу. Ну, он у нас еще не пересаженный. Это приобретение прошлого года. Но, к сожалению, я не помню, у кого я из продавцов его купил, этот биглипчик. Он у нас вот в таком вот транспортировочном стаканчике. Начал расти. Вот листик выпустил. И теперь, друзья, я вам покажу его, как он цветет. Он просто... Ну, я не знаю, он, ну, прям король.
Прям король, друзья. Смотрите, принц. О, я бы сказал, принц. Смотрите, какой красавчик. Он вообще обалденный. Он окраса, знаете, зеленого яблока. Он окраса зеленого яблока. Вот на просвет. Свет с вашей стороны, а я с другой стороны, с обратной стороны, этот беглип наблюдаю. Вот. И он просвечивается как, знаете, вот как зеленое такое сочное яблоко. Посмотрите, какая у него рюшистая нижняя губа. Смотрите, какой он красавчик. Он просто обалденный. Я сейчас поставлю, друзья, остальные два беглипа, чтобы вы могли сравнить в окрасах их. Вот этот на самом деле он бледнее, он ближе к фисташковому. А вот этот беглип с рюшами на губе, он больше такого, знаете, зеленого яблока окраса. Ну и вот этот вот канареечный такой беглип просто великолепен, друзья. Посмотрите, какие они красавцы. Так, ну, наверное, надо вот так его скорее, да? Посередине поставить. Вот. Вот. Вот такие вот. Так, а сейчас я включу подсветку, и вы посмотрите, как они выглядят, эти беглипы под домашним освещением. Я специально темную футболочку одел, чтобы на контрасте было видно все. Вот такой вот, друзья, окрас у них. Ну, надеюсь, передает цвет. Вот этот он прям сразу стал ближе такой к белому, что ли. Но он прям нежный-нежный у него окрас. Прям нежный-нежный-принежный. Вот. Этот вот, я уже сказал, ближе к зеленому яблоку, но на поверхности, вы видите, он немножко отражает. И я думаю, что у вас на экранах он более такой фисташковый. Ну и в середине вообще, конечно, похожий, яркий такой канареечный, на свитгел похожий, с темно-морковной серединкой. Вообще цвет роскошный. А у этого, смотрите, у него сиреневые вкрапления на основании. Вот такие вот, друзья, беглипчики в нашей коллекции имеются. Всех с наступающими праздниками. Всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Красота, прям не налюбуюсь.